Друзья, приветствую вас, с вами Диман Круассан. Сегодня, наверное, будет короткое видео, но очень интригующее, очень, потому что сегодня мы взвесим раму. У нас есть безумные весы вот такие вот, правда, они меряют в килоньютонах. Вот. И я пока не знаю, как перевести килоньютоны в килограммы, но мы с этим точно разберемся. У нас есть вот такая конструкция. Сейчас мы загоним баги, раму загоним в эту конструкцию, поднимем ее и посмотрим, сколько будет в килоньютонах, а потом в конце видео переведем и узнаем в килограммах. Это двойная интрига тут у нас развивается. Сделать-то. Это, наверное, сюда просунуть. Блин, тут еще это. И мне давай, да. Так, давай, ага. Давай. Так, ну что, пробуем. Осталось 5. Ага, осталось это перевести в килограммы. Ну, да, вот она полностью висит, да, все. Ну-ка. Вот. Или нет? Ну-ка. А, ну не, она просто ударяется. Полностью висит. Полностью висит. Ну и смотри, кстати, по развесовке рамы, да? Тоже нормально. За центр, считай, подняли, она, в принципе, вся висит. То есть ни вперед, ни назад, в принципе, не тяжелее. То есть рама норм. Ну и даже когда поднимали, собственно, никаких тут, да, геометрии, ничего не меняется вообще. Ну, да не, это ерунда, нагрузка такая, конечно. Так, ладно, по динамометру мы получили что-то там около 5. Сейчас я прям залезу туда и посмотрю. Точно сколько, давай я залезу. Да? Итак, значит, получается, значит, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. Получается 5. 5 килоньютонов. Сколько он весит? Да, весит 5 килоньютонов. А понял? По-русски? А? А по-русски? А по-русски я пока не знаю. Это есть по-русски. Надо переводить. Все, друзья, сейчас встретимся в гараже, пересчитаем и узнаем, сколько это в килограммах. Итак, друзья, мы дома, и мы можем подсчитать, сколько весит рама и сколько будет весить полный проект. Смотрите, значит, 1 килоньютон равно 100 килограммам. Ну, плюс-минус, там, по-моему, с 99,8, что ли. Ну, что-то такое, короче. Вот, у нас было чуть меньше 5 килоньютонов на весах, но у нас не было кусочка рамы, то есть капота. Он как раз весит 330 килограмм, весит где-то примерно, вот. И получается, что ровно полтонны весит рама. Да, пустая рама, но со всеми креплениями, ребята. Полтонны, не тонну, не две, не пять, полтонны, 500 килограмм, друзья, весит рама. Самый тяжелый элемент в проекте. Дальше, значит, идет 300 килограмм весит мотор с коробкой, 200 килограмм у нас весят колеса, да, у нас каждое колесо весит по 50 килограмм вместе с диском, 30 мои колеса, извините меня. 100 килограмм весит задний мост, и это получается тонна. Но в этом подсчете нет у нас, значит, сиденьев, аккумуляторов, рычагов, бака, радиатор. Ну, я на все на это вот закладываю 200 килограмм, друзья. Ну, 200, пускай будет 300 запасом, да? И получается то, что общий проект весит тонну 200, тонну 300 килограмм. Мы, конечно же, его взвесим еще. Ну, там еще бензин нальем, там бак на 50 литров, да? То есть, ну, это сухой вес где-то тонну 200, тонну 300, я считаю, будет. Мы его взвесим потом и узнаем полный вес.
Вот. И это круто, друзья. Это круто. Не надо писать в комментариях, что она будет весить больше 2 тонн. Нет, друзья, не будет весить больше 2 тонн, потому что мы с вами взвесили, рама весит 500 килограмм. Она выглядит массивной, выглядит большой, она такая есть, но это все ей придало 200 килограмм примерно веса, потому что обычная рама весит где-то 300 килограмм, 350, моя весит 500. Вот, на 150 килограмм мы прибавили весе. Все, пока. Хитеры обломались конкретно, да? Говорили, о, она будет весить больше 2 тонн, там каждая железяка не меньше 3 миллиметров. Как она может весить больше 2 тонн? Ну, рама. Ну, сколько тогда должна весить рама, да, Ев? Сколько? Вот. Если я трубы покупал на 500, ну, даже, я даже трубы покупал на 400 килограмм трубы основной, и еще 200 килограмм где-то покупал различного металла. Ну, там обрезки же всякие получились, дырки там выпиливал я. Ну, как рама может весить тогда больше тонны, если я металл покупал там 500 килограмм, 600, правильно? Ну. Всех, не знаю, у вас там Новый год уже был или нет, у нас еще нет, потому что об этом, ну, там, с наступающим вас или с прошедшим Новым годом. Мои поздравления. Я доволен в целом, да, я доволен, да. 500 килограмм рама, тонну 200 будет вес. 300 лошадей. Должно ехать нормально. Не знаю, как будет 37-й триподор, конечно, крутиться, но, я думаю, будут крутиться. Все, пока. Счастливо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Диман Курасан. И это 2022 год. Наверное, у вас уже. Ну да. У меня еще нет. Так что я его из прошлого вам вещаю, понимаете, информацию. Ладно, что, пошли бухать? Спасибо. Пошел бухать.